В Якутске стартовал турнир по настольному теннису для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ежегодные соревнования, которые впервые состоялись в 2014 году, проходят в Центре адаптивного спорта. В этом году в турнире принимают участие порядка 30 спортсменов из близлежащих районов Якутска. Они соревнуются по трем классам. Это спортсмены, передвигающиеся на коляске и самостоятельно. Турнир открывает осенний, можно так сказать, осенний сезон соревнований. Впереди у нас предстоят такие крупные турниры и чемпионаты, как турнир по мини-футболу среди людей с нарушением слуха, чемпионат Республики Саха-Якутия по армрестлингу среди спортсменов с нарушением слуха, зрения и с поражением опорно-двигательного аппарата.